Преображение парка на Ташинские пруды продолжится в этом году. Зона отдыха включена в госпрограмму формирования современной комфортной городской среды. Согласно проекту реконструкции, там обустроят новые тропиночные сети, заменят парковую мебель, малые архитектурные формы, информационные указатели и навигацию. Также в планах замена кабельной линии, установка новых опор уличного освещения, камер видеонаблюдения, обустройство новых входных групп. Жители округа смогут проводить свободное время на современных игровых и спортивных площадках. Наташинские пруды – это излюбленное место наших горожан, место отдыха, традиционное. И сейчас, конечно, парк выглядит по-другому, нежели 10-15 лет назад. Но мы работаем над тем, чтобы благоустройство, чтобы территория всегда улучшалась. Конечно же, мы будем принимать все заявления, все предложения, поступающие от наших жителей, для того, чтобы даже в проекте, который уже мы покажем, в дальнейшем были внесены какие-то изменения, дополнения, чтобы любое благоустройство учитывало решение самих жителей. В зоне отдыха планируется строительство нового медиа-центра. Реализация первого этапа благоустройства парка завершится в этом году.